Приветствую вас, на что бы я обратил ваше внимание. Во-первых, я обратил бы внимание на то, что люди не ссорятся из-за глупостей так масштабно, чтобы прям вот в течение года не общаться, да, и игнорировать. Скорее всего, ссора была просто своего рода кульминацией какого-либо открытого конфликта, о котором вы не подозреваете, либо кульминацией нежелания человека с вами общаться. Вообще, это первое. Второе. У меня сложилось впечатление, что вы готовы сделать первый шаг, только если можете рассчитывать на обратную связь. Но просто так первый шаг делать вы не готовы. Это ставит под сомнение ваше искреннее отношение к подруге. Следующий момент, который мне кажется очень важным, заключается в том, что вы очень страдаете, что этого человека рядом с вами нет. То есть некоторая потребность в нем. И эта потребность, вполне возможно, тяготит вашу бывшую, теперь уже, наверное, подругу. Вам необходимо снизить уровень своей потребности в ней, чтобы более свободно и естественно с ней общаться. Наконец, вы можете проанализировать либо сами, либо с помощью психолога ваши прошлые ссоры, проанализировать в целом ваши отношения. И увидеть, из-за чего ваша подруга может так себя вести. И, возможно, написать ей нужные слова, необходимые слова, которые могли бы ее как-то... ну, сподвигнуть на то, чтобы начать с вами общаться. Если вы рассчитываете вернуть отношения в прежнее русло, как было, то это, я боюсь, невозможно сделать, потому что длительный перерыв. Общению, так или иначе, повлияет на вас, и даже если вы помиритесь, так дальше, так как раньше, общаться вы не будете, простите меня заранее, если вам это неприятно, но это, к сожалению, правда. То есть вы не будете общаться так, как общались раньше. Вот, и, соответственно, вам имеет смысл, вероятно, подумать о том, где бы вы могли еще удовлетворять те свои потребности, которые удовлетворяли, например, с подругой. Вот. Это, в принципе, то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам, ну вот, дать, то, что я могу вам ответить, исходя из того, что вы написали. Вот. Конечно, хотелось бы больше информации о вас по текущей ситуации, хотелось бы больше информации по отношениям. Я надеюсь, что на консультации со специалистом вы сможете это, ну, вы сможете ее предоставить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.